Добрый день, снова партии профессионалов, обзоры, партия с кубка КБС, корейского кубка между топ-3 Кореи, естественно, топ-1 Кореи, естественно, Ким топ-3, по крайней мере, недавно был, сейчас, на самом деле, не совсем уверен. Ну и Парк, лидер мирового рейтинга, естественно, лидер корейского, представления оба игрока, разумеется, не нуждаются. Соответственно, Парк играет черными, Ким белыми. Вот и такой своеобразный обзор получится, потому что я эту партию посмотрел очень мельком, начал я ее разбирать, вот, и в определенный момент времени подумал, что неплохо бы разобрать ее по ходу, постараясь объяснить как можно больше ходов, вот, и при этом, по сути, самому угадывать, где здесь играть, куда именно ходить. То есть такая... полный обзор игры, но с точки зрения меня, то есть куда бы хотел я в данных позициях. Соответственно, предлагаю попробовать такой формат. Смотрим. Ну, все стандартно, занимаем углы, играем как карим. В последнее время крайне модно не давать китайское фусеки, микрокитайское фусеки. Вообще, по мнению AlphaGo, микрокитайское фусеки за черного слишком выгодное, поэтому как я говорил в прошлых разборах, когда я играл против Григория Фионина, сыграл специально какари, чтобы вот именно не дать построить это самое китайское фусеки, микрокитайское фусеки. Вот, ну и тогда AlphaGo считает, что все еще 45,4% на победу у черного. Поэтому, действительно, я бы тоже так сходил. Действительно, ход, мне кажется, логичный. Вот, ну снизу слева будет разыграна классическая джосеки по нынешним временам. Дальше, разумеется, надо играть в ключевую точку. Вот, ну и по-хорошему, конечно, белому тут надо бы защищаться, атаковать снизу. Форма черного тут достаточно слабая. Вот, но в чем проблема этого хода? В том, что велика вероятность того, что черный, на самом деле, просто закончит центр и успеет занять ключевую точку. А пункт действительно очень хороший, он помогает камням АБ, и атакует при этом камни С. Но снизу группа не умрет в любом случае. Поэтому ничего страшного не произойдет. Вот, так что решил белый сам эту точку занять. Также ход логичный. Вот, ну и не имеет права сейчас черный распространяться снизу, потому что накрывание ходом в Д будет слишком болезненным, так что самому надо играть в Д, разумеется. Вот, и дальше... очень любительский, мне кажется, ход, который профессионал не должен делать. То есть вообще профессионалы стараются от таких вот ходов, всегда стараются их избегать. То есть непонятно, на самом деле, что это на зоке нам дает, насколько нам пригодится, и кто говорит, что это на зоке будет лучше, чем, к примеру, такой на зоке. Да, такой на зоке маловероятно, но все же профессионалы стараются не упускать даже малейшие вариации, стараются... естественно, сделал так, чтобы у них всегда было побольше таких планов Б, чтобы были дополнительные опции. Так что тут, мне кажется, ход достаточно любительский от Кима. Вот я не говорю, что прям плохой, но он любительский. Профессионалы так не играют. Вот нужно, конечно, надо защищаться. Вот, ну и видно, что распространение между камнями слева у белого очень большое. При этом уже не совсем понятно, как же на самом деле атаковать группу черных снизу, давайте ее обозначим А, и как давать группу Б, потому что тут висит разрезание в С, соответственно, после разрезания у белого явно будут проблемы, поэтому прямо сейчас тут трогать нежелательно, не стоит пытаться атаковать черного, одна из пословиц, прежде чем атаковать, убедись, что в твоей форме нет слабости, вот, но сейчас как бы слабости наблюдаются, так что надо защищаться сначала слева, потом думать над атакой. То есть, прежде всего, это ход D. В принципе, других опций на самом-то деле и нету. Угу. Так, ну, тут, разумеется, надо все это отыгрывать. Не может тут себе черный позволить проигнорировать, потому что потери по углу будут слишком значимы. Поэтому так не играют, так нельзя допускать. Разумеется, выпрыгивает. Вот, ну и теперь у белого темп укрепился он. Вот вторжение слева. Соответственно, тут становится вторгаться тяжелее. Вот, но тяжелее не значит невозможно. И поэтому
забел как-то еще ход добавлять было бы, наверное, перебором. То есть, да, конечно, можно еще вот так втусилиться, но все это такое крайне специфичное, и это pushing from behind, то есть толкание позади, черный берет очки, а белый, ну, строит стенку, которую достаточно тяжело использовать, только для построения очков, что по факту является табу. Да, поэтому было сыграно снизу слева. Опять же, ход крайне логичный. Прежде чем атаковать, убедись, что в своей форме нет слабости. То есть угол теперь полностью живой, и тем самым, во-первых, и у камней АБ становится меньше глазного пространства на стороне. Во-вторых, немного нивелируется разрезание в CDE. Так что ход логичный. Но черный добавляет сам ход здесь, пытается он здесь соединить свои группы. Разумеется, их соединять надо пытаться, потому что... Ну, после этого просто-напросто черный решит все свои проблемы в плане силы позиции. Угу. Вот, ну, прямо сейчас, опять же, за белого тут особо не порезать, потому что форма крайне дурацкая, это сента. Вот, ну, и тут по итогу, на самом-то деле, будет, в принципе, большой-пребольшой вопрос, а кто кого атакует? Камня атакует А и Б, Мне кажется, что все же нет. Камень не особо хорошо смотрится, группа черного снизу была бы уже сильная. Так что, опять же, ни время, ни место как-либо играть. Ади это есть, да, но пока что, разумеется, рано. Вот, ну и видно, что по последним камнем черный получает потенциал на нижнюю сторону. Ну и поэтому логично потенциал потушить, сыграть кейму. Вот вообще раньше, конечно, можно было порассуждать о том, что и агейму можно сыграть, потому что хочется сильнее потушить стенку черного. Вот, но с приходом Альфа-Го... Агейма, Шамари, оно исчезло как вообще как вид. То есть от Хаси теперь играется только одно Шамари, это Кейма Шамари. Других Шамари я уже лет 100, наверное, не видел. Угу. Ну, все, в принципе, на Альфа-Го тоже всегда старались Кейма Шамари играть. Вот разница очевидна, то есть если сыграть Агейма Шамари, то да, сила черных, конечно, стала чуточку менее такой перспективной. Вот, но проблема в том, что угол живет без куба борьбы, и это слишком комфортно за черного. То есть дальше следует такой вариант, и, соответственно, черный еще и в центр заканчивает. То есть, понятное дело, что стенку снизу тяжело реализовать, потому что у черного самого крепко. Вот, ну и черный, если тут успеет где-то справа сыграть, то просто груда бесполезных камней. То есть белый потратил два хода ради какой-то территории, а по итогу территории нету. Она какая-то даже у черного есть в углу. Пускай небольшая, но все же территория. И опять же, черный успевает еще и справа сыграть. То есть он получает дополнительно здесь, забирает угол, который белый потратил два хода, а белый не получает ничего. Так что поэтому кейма. И в большинстве случаев именно поэтому и играется кейма. Угу. Дальше. Ну, конечно, не хочется слева защищаться. То есть если как-то защититься, то... Ну, это можно считать пасом. Потому что на самом-то деле... Очков слева все равно не будет. То есть отсюда поджать, отсюда поджать. Это видно, что... Ну, это крохи, очень мало. Так, разумеется, топовые профессионалы не играют. Поэтому тут контр-игра действительно напрашивается. Вот, черный хочет себе забрать верхнюю сторону. Вот, и, естественно, какари там еще не сыгран, и шмари там не сыгран. Поэтому играем какари. Вот, и решил здесь черный сразу... вылезать слева. Вот. Ну, с другой стороны, можно на самом деле не спешить. Может быть, есть смысл сыграть какой-либо хасами на верхнюю сторону. То есть все равно какая-то зона сверху образуется, черный становится крепче. Вот. Ну и белому нужно как-то об этом своем камне заботиться. Вот. Ну, было решено сыграть слева. Вот он тоже ход понятный, потому что мы потратили дополнительный ход на атаку. Белый его проигнорировал. Ну, я даже не на атаку, мы потратили его на либо на верхнюю сторону, чтобы ее развивать, либо на атаку, если белый сам занимает какари. Вот, ну, естественно, хочется получить компенсацию за то, что черный, белый, естественно, сыграл по 17, сыграл какари. Поэтому черный вторгается, разделяет белого на две части. Вот, ну, и пункт, конечно, крайне важный. Приходится здесь выпрыгивать. Вот, ну, понятное дело, что этот ход целится либо в тигриную пасть, либо, естественно, в какое-либо накрывание типа Б. Поэтому сейчас за черного надо выпрыгивать. Ну, конечно, в центр было бы слишком просто. Возможно, Б сам сыграет. Нет, он все же выплюнул, да. То есть все, дальше я на самом деле парсу не смотрел. Будем сейчас угадывать.
по ходу. Вот, ну да, за белого тигрина напасть напрашивается. Причем важно сказать степени, потому что если просто выпрыгнуть, то там даже еще разрезание остается. То есть глушечку потом можно будет подзабрать при желании. Вот. Ну и кроме того, черный ничего не угрожает в плане степней. Соответственно, если сходить тигриную пасть, да, так и было сыграно, то дальше работает комбинация А, Б, ну и после этого разрезание либо в С, либо в Д. То есть, счет того, что у черного там сверху, слева мало степней, можно порезать и получить достаточно весомую прибыль. Вот, ну, напрашивается тут, конечно, пункт Е, накрывающий. Забрать G и H камни. Вот, но, опять же, комбинация сверху слишком неприятная. Поэтому, возможно, тут есть смысл даже как-то выпрыгнуть. Либо H, либо... А, наверное, H повыше, чтобы атаковать камни белого, так что я за H. Нет, ну было сыграно Касуми. Ну тогда белый обязан тут резать. Вот на самом деле, чем плох план с захватом? То есть сам по себе, конечно, план неплох, но всегда есть ход в А, и по итогу захват этих камней сделает, конечно, черного очень крепким, но с точки зрения очков это стоит не так много, как кажется. То есть пока там не заблокировано в Б, левую сторону можно значительно уменьшить. Вот, но тем не менее, ход, конечно, большой. Да, начинается разрезание. И было сыграно вот так вот. А, я понял, да. То есть сейчас, если сходить здесь, то белый, черный, разумеется, играет здесь. И дальше такой вариант с классическим сжатием, к сожалению, работает не так хорошо, как раз вот именно из-за этого камня А. То есть теперь элементарно черный может сходить сюда. Даже если мы забираем здесь камни, то черный уже соединяется, потому что камень А сейчас просто идеальный. В итоге у белого очень-очень слабая форма. Да, либо, соответственно, сходить здесь, но тогда будет сжатие крайне неприятное. Вот, но на самом деле... Ну, тоже не сказать, что белый сильно много получает. Сказать, ну, что усиливается, да, бесплатно, так что это, наверное, было бы хорошо. Так что, а тут, наверное, просто было бы соединение, и у белого не особо хорошо. Так что ход А тоже от этого разрезания косвенно защищает. Вот, так что разрезания нет, и приходится прилипать. Теперь, естественно, слабости А, Б подчеркиваются более явно, и нужно как-то защищаться в ответ. Но, хотя, зная профессионала, скорее всего, будет сыграно тенуки, и я бы, наверное, рассматривал все же хасами в С. Напрашивается. Нет, ну все же не тенки. Было сыграно сверху. Ну, да, ну защищает это краски от этой комбинации. То есть теперь на этот ход можно спокойно играть здесь, а тут блокировать. То есть разрезания нет. Да, и белый отвечает. Вот, но теперь все еще очень хочется сыграть на левой стороне, но было решено сыграть уже здесь. Вот, но здесь, конечно, ход крайне важный был. Моментально. Камни черного связываются воедино, о камнях D и E до поры до времени надо забыть. Ну, то есть, да, опять же, там, конечно, будет Йоса. Вот, но, как я говорил, все равно это достаточно большая комбинация. То есть, элементарно черный становится очень крепкий. Ну, и, соответственно, получает там свои сколько, 25 очков территории. Вот, но, видимо, им понравилось то, что дальше этот ход будет сента. Вот, кстати, да, это же действительно будет сента, и это действительно неприятно. То есть, нужно тут будет добавлять вход, если вход не добавить, то просто-напросто сидят тут черных. Да, поэтому это обратная сцента, действительно, тут нужно играть. Но тогда это со СМИ выпрыгивает здесь белый. Вот, ну и начинается борьба. Кинджисок такую, в принципе, любит. Но черным надо быть явно осторожным, потому что все еще есть адзи камня А. Б не сказать, что прям суперсильные. Вот, и у С есть слабость Д, как мы помним. Вот у белого, конечно, тоже полным-полно проблем, но как бы такая. Более-менее еще адекватная борьба. Угу. Ну, сейчас все выпрыгивают. Ход по форме. Тут надо прилипать к G14. Ну, я решил сначала здесь сыграть, да? Ну, конечно, по форме тут очень сильно напрашивается прилипание сюда. Ну, естественно, порезать вот это не представляется возможным. Тут все же проблемы какие-то у черного наблюдаются. Поэтому это никак не режется. Ну и в таком ключе, в принципе, борьба, наверное, продолжалась.
не сказать, что прям плохая борьба за белого. То есть А, Б становится слабее. Вот если выталкивать, то белый доволен, потому что камень А тоже сильно слабеет. Ну, сейчас дальше Атари в Б будет крайне приятным. Вот. Но решил здесь сначала не играть. Видимо, оставляет коборьбу, то есть всегда может сходить важа. Вот, соответственно, угол просто выживет на коборьбе. Там, ну и, в принципе, там более-менее глазастая форма. Так что решил поиграть сначала здесь. Ну, да. Готовится, соответственно, разрезание в F6. Если тут просто защититься. Да, так было сыграно, то должны... А, не сыграли. Вот, ну, вообще работает разрезание. То есть тут надо спасать камни. Но тогда гетто срабатывает очень быстро. Вот, ну, не сказать, что это плохо. А, ну да, тот же самый план. Угу. То есть, если вытянуть сюда, то то же самое разрезание. Ничего хорошего нету. И, наверное, за белого есть смысл даже опять, на самом деле, что делать. Возможно, тену кипара. И сыграть где-то сверху. Может быть, даже вот здесь вот. Нет, решил... Ну, да, решил защититься. Но черный, так, соответственно, атари. Ну, есть у меня ощущение, что это очень рано. То есть, да, трешка, конечно, достаточно большая, но в чем проблема? В том, что элементарно это сента против камней снизу. Потому что дальше можно, вообще можно сходить в А, А, Б, С комбинация, и белый там вообще благополучно умирает. То есть, ход J4 сента на нижнюю группу. И в чем проблема? То, что черный очень укрепился, а вот группа слева у белого крайне слабая. То есть, мне кажется, что тут белый явно сыграл слишком рано. Мне кажется, это ошибка, слишком жадно. Да, ход по голове крайне неприятный. И теперь по очкам, конечно, у черного не сказать, что все супер хорошо. У белого все же большущий нижний левый стал, коми, снизу справа там шамари стоит. Еще тут успел сыграть. Вот, но позиция у черного очень крепкая. То есть я не верю, что белый дальше сможет набрать хоть какие-то очки. Угу. Так, ну да, та самая слабость. Понимает черный, что-то не порезать, бьет по форме. Да, ну и напрашивается. Ну, обычно, конечно, играют ва, но, видимо, нужно играть в диагональное соединение. Ну, нет, решил сыграть красиво. Ну, такой спорный момент. Всегда выбираются между двумя этими соединениями. Вот, но у этого соединения очевидная слабость будет в дальнейшем. Это такой ход. Тут какие-то разрезания потенциально возможны. То есть, да, этот ход красивее, и у него есть более сильное продолжение. То есть, дальше прям ханэ в а смотрится не так плохо. То есть блокировка. Естественно, у белого там вообще проблемы возникают, потому что и Б хоронится, и С хоронится. То есть ход кого по форме красивый, но с другой стороны у него есть слабость. Вот, ну, профессионалы обычно такое играют. Вот я бы как любитель, возможно, сыграл бы косуми, чтобы крепенько, надежно, чтобы белый левой группой точно не прорвался. Да, ну и понимает, что бежать тут особо не интересно, потому что на любой бег здесь, ну, бежать-то просто некуда. То есть, как бы... Тут путь очень короткий будет, даже сюда и все. То есть уже изоляция полная. Вот, это, разумеется, не устраивает белого. Ни зачем усиливать черного, зачем что-то тут играть. Поэтому пытается он уложить на месте. Должно это у него получиться. Вот, но с потерями. То есть черный укрепляется, черный получает темп. И при всем при этом можно эту группу еще и дальше будет как-то мучить, чтобы она дальше там в агониях выживала. Ага, и такой ход. Ну да, понятно, в принципе, тоже почему. Потому что на такой ход тут все еще достаточно много много ади, наверное, сейчас разрезание. Тут как бы все, наверное, не так уж и гладко прям будет. Или даже такое вклинивание. Тоже какие-то нюансы есть. То есть, если на это защищаться, тут разрезание неприятное. Если здесь, то бесплатная пануки с каким-то прорывом. Тоже не особо приятно. А поэтому... Был решен сыграть кейму. Ну, тогда, просто, разумеется, хана. И снова я не угадываю. Позор. А, решил на месте выжить. Ну, не знаю, напрашивается. Сыграть такой хане. Дальше, скорее всего, следовал бы такой ответ. Но это как бы еще нормально. Хотя, может, даже и порезать можно. Нет, порезать, наверное, плохо, потому что это слишком сильный ход. Там добирать камень как-то будет. Но белый тогда соединяется со своими. Ну, видимо, сюда, да. Если сюда, то разрезание у белого проблемы. Да, так что прорыва здесь особо и нету. Так что ход здесь оказался мощный.
Да, вынужден тупее выживать. Но опять же, ощущение, что инициатива полностью из рук Ким Чжи-Сока уплыла. Да, продолжает теребить все эти группы. Две стаб-группы рядом. Ну, скорее всего, обе выживут, но видно. Пануки в центр. То есть Сиаза там закрыл. Тут продолжает отыгрывать Йоса. Да, так и было сыграно. Пытается Ким хоть какую-то контр-игру навязать. Но, опять же, вот, что сейчас делает Ким? Вот количество ходов на вторую линию, которую он поставил за последние несколько ходов. Ну, это просто ужас. То есть всю инициативу тут полностью на стороне Пару Чунхвана. Вот, ну и сейчас надо приняться за камень F наконец-то. Скорее всего, G, я подозреваю, G, H и I. Я бы так играл. Но решил сыграть здесь, да? Ну, видимо, какие-то счетные сложные варианты. Да. Или просто прибыль в центр. Да, просто прибыль в центр получает. Просто утягивает камень, и дальше, естественно, J2 все еще в центр. Вот, ну и да, та самая комбинация. Понимает Ким, что тащить будет крайне тяжело. Что ключевая точка здесь Q15, и после нее как-то... Ну, видно, что у белого наблюдаются проблемы, у его двушки сверху. Поэтому, очевидно, все равно такая пустой треугольник, всегда это судзи, как мы с вами знаем. Угу. Да, здесь есть разрезание, но Atari. Ну, нет, не Atari. Такое Atari, да. Вот, ну, по ощущениям, не должно быть тут у черного проблем. Разрезание, да. Ну, сейчас, конечно, задача белого получить здесь хоть что-то, наверное, ханы. Ну, наконец-то угадал с ханы. Это, конечно, было тяжело не угадать. Пытается здесь получить белый хоть что-то, но, мне кажется, сверху выживать проблематично. Даже если там как бы и будет жизнь, зона справа, она устрашает. Так, возможно, сейчас будет сыграно в R15. Нет, не будет. Вот, ну, возможно, мог возникнуть такой какой-то план на игру. То есть так сверху дофига, я с этим спорить не буду, но справа у белого тоже что-то появилось. Может быть, есть смысл такой какой-то вариант рассмотреть. Вот, но я решил лежать сверху. Но мне тоже план не нравится. Угу. Выживает черный в углу. Угу. Понятно, да. Ну, углом, очевидно, надо выживать. Ну, соответственно, парк старается забрать камни сверху, но это получается. В итоге белый фронт получает правую сторону, и при всем при этом у него есть возможность всегда пробить камни в А, то есть чтобы эту стенку соединить. Ну, конечно, стенку, которую нужно соединять, иначе она умрет, это, конечно, такая себе стенка. Вот, но черный получил кучу очков сверху. Он на самом деле напрашивается вот как-то еще же сходить справа. Как-то так, наверное. Потому что там много очков, во-первых, во-вторых, ну не совсем понятно, чего-то таки этой группы получать. Прикольно, тут разрезание работает. То есть можно было сходить сюда. Вот и действительно разрезание-то работает. Сюда-сюда, тут две точки разрезания. Сюда-сюда, опять две точки разрезания. Три камня достаточно большие. У черного все становится супер крепко, куча очков сразу. Так что да, он отправляет ход, чтобы этого всего избежать. Но ход, конечно, не самый быстрый. И сам по себе он достаточно странный, потому что, ну как открывать камни А? Да никак. Как открывать камни Б? Ну, тоже никак. Но сейчас, возможно, будет сыграно С в центр. Ну и потом группа Б будет защищена каким-то ходом по типу... Ну, не знаю, там, любой ход справа. Может быть, даже вообще в точку просто сходить. Косвенно все равно как-то группе помогает. Ну, почти, почти. Но решил поближе, чтобы точно камни соединились. Минус точки в чем? В том, что в дальнейшем можно будет как-то пытаться разделить и проводить косвенную атаку. Так что так, крепкий ход на пятую линию. Ну, соответственно, потенциал белого здесь полностью разрушен. Вот так что я на самом деле сомневаюсь. Да, тут, конечно, разрезание большое, но, блин, не настолько же оно сейчас большое, потому что, если сходить сюда, если белый сейчас сюда играет, мы еще здесь успеваем. Я что-то сомневаюсь, что эта трешка стоила столько, сколько сейчас белый буквально за два хода получил справа. Так что, ну, мне кажется, это тоже рановато было сыграно. Угу. Ну, еще и приходится на этот ход пробивать двушку. Ну, это катастрофа. Но белый на самом-то деле не так много очков,
чтобы можно было играть, по сути, так пассивно. Да, в итоге черный сам правую сторону превращает в свою территорию. Да, жалко, что, конечно, тут не успел. Обоюдная сента все же. Да, тут, кстати, работает еще G1, что тут дама Дзумари в E3, в E2, F1. Да, поэтому можно здесь играть ханы. Вот, ну, конечно, четный вариант. Ну, по мне, так это оверплей за белого. Да, то есть черный соединяет все свои группы спокойно. Вот это все соединяется. При этом он получил бесплатно тут стенку. Стенка, которая разделяет полумертвую группу белых тут и слабая шамари снизу справа. Ну и очень комфортно все за черностью происходит. Да, пытается, конечно, белый порезать. Черный просто на месте сейчас выживет обоими группами. Вот, ну, белый не строит очки. Белый, как в начале игры, вот ходу еще на 60-м имел количество территорий, там снизу слева и слева, там равное условно 30. Так она на него до сих пор стоит. Белый вообще ничего не получил за последнюю половину игры. Вот, ну, черная задача простая, просто не умереть этой группой. Да, он ее выполняет, соединяется с помощью такого хода. Ну и все, сейчас даже S5, наверное, можно ответить. Просто забрать эту правую сторону себе и по ощущениям, ну, не знаю, очков 5, наверное, пар тут должен выигрывать. Вот, но решил похитрее сыграть. Не уверен, что этот обмен полезный. С S5 я здесь, естественно, угадал. Самая большая область. А, ну вот, соответственно, планировал вот это вклинивание. То есть, видимо, предугадал, что дальше будет ход здесь, и вклинит тут, здесь смотрится симпатично, потому что теперь нету разрезания в А из-за хода в Б, и при этом в дальнейшем можно будет переправиться ходом в С. Если на С ответить Д, то мы режем в Е, и, соответственно, белый тут умирает. Потому что это красивые йосы. Происходит своеобразный обмен. Но, конечно, обмен крайне странный. То есть, да, конечно, белый забрал правую сторону, но он отдал дофига. Это 24 очка. Что-то я сомневаюсь, что 24 добавилось справа. Тем более, тут еще какие-то нюансы, мне кажется, есть. Кажется, вообще какая-то кубарьба еще может получиться. Вот, типа, да, вот. Начинает он тут что-то делать. Ну вот, да, это Адзи пробуждается. Ну, что-то мне игра Кима совсем не нравится. И кубарьба. Вот я не знал, как она получится, но у меня было чувство, что тут возникнет такая борьба хоть как-то. Вот это разумеется катастрофа. То есть белый, конечно, взял справа, наверное, чуточку больше, но проблема в том, что он взял только на ко. А черный взял-то без ко, без ничего, с кучей очков. Ну, сейчас, я думаю, белый уже сдаваться будет, то есть немножко такую борьбу поиграют. Ну, даже вот отдает соединение сверху, просто убивает это. У черного все живет здесь. Да. Все. Игра тут закончена. То есть так, конечно, очки сверху были полностью потеряны. Придется добивать еще эти камни. Наверное, соединяться один раз. Да, тут отдал черный словно очков 25-30 сверху, но справа-то явно больше. Он сел камни оппонента, еще спас свои. Вот, ну и по итогу что получилось? Что белый укрепил черного справа, дал ему дополнительные очки, отдал нижние камни взамен только разрушил территорию сверху. При этом территория сверху на самом-то деле, да, она разрушена, но белый-то ничего не получил по факту. Он еще дал йосы в А18, ну и сверху он, по сути, вот отнял там 20 очков, 25. Себе он ничего не пристроил поэтому это не двойные очки даже. Вот, соответственно, тут они как бы очки, тут двойные очки, а тут просто очки одинарные. В общем, как-то Ким слабо отыграл эту игру, на мой взгляд. Как-то, опять же, любительские ходы по типу А были. Отдал всю инициативу, дал проатаковать себя слева очень комфортно обе группы. Вот, так что Парк очень заслуженно, мне кажется, победил. Во всех аспектах оппонента переиграл. И в йоса, и в счете, и в кубарьбе. Так что очень мощная игра Парка порадовала. Вот, вот такой вот достаточно необычный формат. Спасибо за просмотр. Вот, если понравилось, пишите отзывы, будем думать, может быть, еще так сделаем. На этом все, спасибо.